структуры температуры перехода. Вот из, так сказать, глубины несимметричной фазы мы температуру поднимаем. Вот как вот он себя ведет? Как ведут себя другие физические величины? Если они подчиняются степенным законам, то каковы показатели степени, каковы амплитуды, как они связаны друг с другом, какие величины меняются непрерывно в окрестности перехода, какие меняются скачком, как связаны друг с другом скачки вот эти вот разных величин. Значит, вот все это мы можем выяснить, должны выяснить, сумеем выяснить, если у нас будет явное выражение для химического потенциала. Вот для этой функции, которая пока никак не написана, вот что тут должно быть написано справа, вот откуда нам его взять, этот химический потенциал, тем более, что мы сейчас, в отличие вот от ситуации с магнетиком, ну вот на прошлом занятии, на прошлой лекции, когда мы обсуждали, значит, теорию Вейса, у нас никакой явной модели конкретной нету. Мы хотим, чтобы теория была очень общего толка. Чтобы вот любой какой-то фазовый переход второго рода, значит, наше рассуждение описывает. Как тут нам быть? Ну и вот, значит, идея Ландау состоит в том, что давайте мы воспользуемся этой самой малостью параметра порядка и просто представим, используя формулу Тейлора, ну или, как говорят, ряд, хотя это очень громко сказано, потому что мы всего несколько слагаемых возьмем, используя вот эту идею, что параметр маленький, в любом случае в окрестности перехода справа или слева, так сказать, выше или ниже температуры, вот давайте представим это в виде такого формулы Тейлора, ну или может быть первых членов разложения в ряд Тейлора. Ну, при этом мы должны, конечно, предполагать, что существуют производные ну, до пятого порядка, поскольку мы выведем, выпишем 4 члена до четвертого порядка включительно, мы предполагаем, что производная ну, вот это может быть вычислена для ну, пятого порядка включительно. Значит, функция должна быть такой вот хорошо дифференцированной. Ну и давайте пишем соответствующие формулы. Значит, ну, напишем ну, нулевое. T и P. Это что такое? Это мю при нулевом значении это, и тем самым это химический потенциал симметричной фазы. Сразу это и есть химический потенциал симметричной фазы. Плюс напишем сейчас слагаемое только четное. Четных степеней по это. Именно, значит, вот какой-то коэффициент альфа, который, ну, конечно, зависит от t и p на 2, умноженный на этот квадратик, плюс какой-то бета, который зависит от t и p, поделим его на 4, и умножим на это в четвертой степени, и на этом оборвем, ну, наше, так сказать, разложение. В разложении нет ни четных степеней. Я могу вам назвать, не буду сейчас приводить аргументацию, параграф в статфизике Ландау, в котором на общем уровне доказывается, что членом первого порядка вот в этих переходах с изменением симметрии в принципе быть не может. С другой стороны, заведомо известны переходы, при которых член третьего, не переходы, а система, для которых надо обязательно выписывать член третьего порядка, нет основания его выбрасывать. Мы написали, вот видите, только четные степени, то есть ну, мы считаем, что коэффициент перед первой степенью и третьей степенью равен нулю. Почему так можно сделать? Ну так часто бывает. Вот симметрия системы часто говорит нам о том, что члены нечетные здесь неуместны. В частности, это вот переход, когда мы говорим о возникновении спонтанной новомагничности. Ну, действительно, значит, понятно, что новомагниченность, ну, условно говоря, в отсутствии внешнего поля, может смотреть направо, может смотреть налево. Если нет внешнего поля, то все направления эквивалентны, и направление направо то же самое, что направление налево. Ну, как бы, с другой стороны, я смотрю отсюда, а вы смотрите с другой стороны на эту новомагниченность, она для меня направо, а для вас она смотрит налево. Какая, так сказать, разница? Это один и тот же, так сказать, объект.
Но мы можем себе представить, что мы поменяли таким образом, мы можем себе представить, что мы вот поменяли направление намагниченности, и для нас понятно, что при этом, собственно, с состоянием системы ничего не произошло, и поэтому ее энергия, ну энергия гипса в данном случае, она не должна при этой операции, вот при замене выражения для мю, параметр порядка на минус параметр порядка, ничего измениться не могу, не должно. Ну вот в этом примере с намагниченностью. Потому что действительно направление направо, направление налево в отсутствии внешнего поля ничем друг от друга не отличаются. Но ведь в формуле, вот если мы в формуле сохраним первый и третий порядок, то в формуле для химического потенциала у нас изменения при этом произойдут. Мы m должны будем заменить на минус m. Квадратные члены второй и четвертой степени не изменятся, а при нечетных степенях мы должны будем при этой замене поменять знак. Если хотите, исходя из того, что на самом деле выражение для химического потенциала измениться не должно, мы приходим к выводу, что коэффициент перед нечетной степенью и первой и третьей должен быть равен нулю. Поэтому мы так и поступаем. Значит, выписываем только четные степени. Значит, это, конечно, бывает не всегда так, но вот этот частный пример и для него, и для каких-то других, когда это так, мы можем использовать вот это выражение для химического потенциала. То, что это может быть зависит от ТИП, в общем-то, не страшно. Лишь бы это была маленькая величина при любых ТИП, которые мы обсуждаем. Воспользоваться таким представлением нам ничто не мешает. Вот будем дальше исходить из этой формулы для химического потенциала. У Ландау и Лившица написано там где-то в тексте, что в конце концов не обязательно относиться к этому выбору как вот к результату оборванного разложения, что это вот разложение в ряд, оборванное на члене четвертого порядка. Если хотите, это просто удачный выбор. Вот мы увидим, что из этого очень быстро и просто следуют некоторые факты, которые вполне согласуются с тем, что часто, может быть не всегда, но часто наблюдаются на опыте. Поэтому это уже хорошо. Может быть, мы просто угадали, как-то сориентировались там, использовали идею о том, что давайте раскладывать, а в конце-то концов вот мы подобрали удачное выражение для химического потенциала, пока для нас это не ясно, но мы сейчас это увидим. И ладно, в конце концов, не важна логика, которая нас привела к этому выражению. Если оно удачно, то и замечательно. И у них даже там есть такая фраза в тексте, что фактически мы будем объявлять фазовыми переходами второго рода такие переходы, для которых вот это вот верно. Вот они так, там есть какая-то вот такого рода фраза. Значит, вот пусть потенциал такой, и тогда, соответственно, в системе может быть переход второго рода. И для перехода второго рода вот мы их и называем. Те, для которых химпотенциал может быть так записан, мы и называем переходами второго рода. Они там в тексте так вот пишут. Значит, что мы теперь с этого, как говорится, можем иметь? Сначала очень простое такое рассуждение, опять же, которым и Ландау Лифс используется, проведем. Что это значит, вот то, что здесь у нас написано? Вот если мы будем химпотенциал как функцию параметра изображать графиком, картинкой какой-то, вот это написанное будем представлять какой-то картинкой. Значит, понятно, что в случае, когда параметр порядка совсем маленький, главную роль будет играть вот эта квадратная, слагаемая с квадратом. Четвертая степень пренебрежимо будет мала. Значит, это значение μ нулевое, где-то это не ноль, а μ нулевое. И тогда в нашем выражении, если мы от μ нулевое отсчитываем, остается вот это вот одно значение. Значит, это парабола. Ну, мы
можно нарисовать, считая, что параметр порядка может быть отрицательным, это как вот в проекции на направление, на магничность. Значит, ну как я только что говорил, направо, налево. Но если пока мы ограничимся положительными значениями, то вот я могу нарисовать вот такую картинку, значит, ну, нулевая производная здесь, которая будет отвечать, очевидно, альфа больше нуля. Значит, если альфа будет меньше нуля, вот я отдельно нарисую, потому что картинка качественно другая. Если альфа будет меньше нуля, то качественная картинка другая. Вот вблизи нуля она вот такая. Значит, это в случае, когда альфа меньше нуля. Но ведь у нас же есть слагаемая с четвертой степенью. И по мере роста это оно будет играть все большую и большую роль. И в конце концов именно оно станет главным. И в результате у нас тогда получается так. Вот если у нас значит, при этом бета, коэффициент бета является положительной величиной, бета больше нуля, то ну, качественно картинка не очень меняется, она, можно сказать, остается той же самой. Ну, отсюда и рост. Просто к квадрату еще четвертая степень добавляется, качественная картинка будет такой же. А вот если бета будет отрицательным, то это будет означать, что картинка выглядит так. Значит, ну сначала, когда мы можем не обращать внимания на четвертую степень, рост, а потом побеждает с отрицательным знаком бета, потому что оно стоит перед четвертой степенью. Ну побеждает это слагаемое. То есть это вот у нас ситуация, когда альфа больше нуля изображена, а бета меньше нуля. Ну, тут вот эта же картинка качественно остается той же самой, если вместе с альфа и бета будет тоже меньше нуля. А вот картинка, когда у нас альфа больше нуля, а бета, когда альфа меньше нуля, ну, я такую сейчас, а бета больше нуля, эта картинка будет такой. Значит, у нас вот сначала вот это вот падение, а потом четвертая степень сюда вот пойдет наверх. И качественная картинка будет вот такой. Значит, вот мы эти четыре возможности для разных знаков альфа и бета рассматриваем и приходим к выводу, глядя на эти картинки, что, значит, да, действительно, мы сможем, значит, описать переход, вероятно. Значит, если мы будем считать, что вот за счет температуры, ну, фиксируем давление, конечно, обычно нас интересует, хотя, в принципе, можно и не так действовать, но обычно мы рассуждаем так, фиксированное давление, а меняется температура. Если мы фиксируем давление и будем менять температуру, то, ну, за счет этого будут меняться альфа и бета, и вот если мы представим, что они себя ведут таким образом, значит, альфа при низких температурах положительная, и бета положительная. А при значит, росте температуры альфа меняет знак, становится отрицательным, а бета остается положительным. То тогда смотрите, что получается. Значит, у нас тогда значит, рассматриваются вот эти вот две картинки. Бета всегда больше нуля, а альфа сначала положительная, а потом отрицательная. Что мы увидим тогда? Мы увидим, что на вот этой зависимости химического потенциала от параметров порядка есть два минимума. То значение параметров порядка, которое будет наблюдаться в действительности, в равновесии, это то значение, которое отвечает минимум потенциала. И у нас возникает здесь как раз вот эти вот, сразу мы видим, что есть возможность для устойчивости двух разных фаз. Одна с нулевым значением параметров порядка. Вот он откладывается, да, и минимум наблюдается при параметре порядка равном нулю. Значит, минимум здесь отвечает параметр порядка равным нулю. А вот на этой картинке, значит, это опять-таки мю от это. Вот на этой картинке есть еще другой минимум. Минимум, ну, которому отвечает какое-то вот значение параметра порядка не равное нулю. Вот. Эти картинки нас не устраивают, потому что мы видим, что для них вообще минимума-то не существует. То есть устойчивого равновесия просто-напросто может не быть, когда и
его нет. Когда у нас вот эти вот альфа и бета ведут себя таким образом. Поэтому, ну просто вот желая, подгоняя все это под ситуацию, когда у нас есть, мы хотим описывать переходы, которые реально наблюдаются, и у нас все это будет работать, конечно же, вот в этом предположении, что коэффициент бета ведет себя таким образом, он по обе стороны от температуры перехода положительный, а альфа как раз, значит, меняет знак, то есть он положителен в более высокой температурной фазе, когда параметр порядка равен нулю. То есть вот, это ситуация, когда температура больше температуры критической. А вот эта вот ситуация, когда параметр порядка отличен от нуля. То есть это уже вот, произошло это спонтанное нарушение симметрии. Это уже ситуация, когда температура меньше, чем температура перехода. И таким образом температуру перехода при данном давлении мы можем определить, исходя из требования, чтобы альфа обращалась в ноль. Вот в точке перехода, да, выше и ниже альфа меньше и больше нуля. Значит, в точке перехода альфа должен быть равен нулю. И, значит, следовательно, вот мы просто сами для себя, так сказать, руками, для того, чтобы наша формула нам давала, в конце концов, то, что нам нужно, мы вот это вот убираем, ну, зачеркиваем эти возможности, а вот эти две оставляем, и, значит, мы при этом исходим из того, что, значит, у нас альфа от t и p равно нулю, вот это вот уравнение, оно определяет температуру перехода как критическую температуру, как функцию давления. Значит, вот требуем, чтобы альфа обращалась в ноль при данном давлении при некоторой определенной температуре. Если бы у нас реально вот такая зависимость была, мы могли бы найти, ну, как именно температура перехода зависит от давления. Да, я вот не сказал, но я думаю, что понятно, что вот здесь, видите как, на самом деле здесь в формуле Тейлора вот два факториала стоит, ну, два факториала это два, конечно, никакой необходимости писать факториал здесь нет. И сама вот эта величина альфа, она представляет собой, естественно, вторую производную вот этой функции по вот этому вот параметру при значении параметра равном нулю. Конечно. Значит, это альфа, это вот это вот вторая производная. Вот это бета, из-за того, что здесь написано 4, а не 4 факториала, написано нарочно, чтобы при последующем дифференцировании просто не возиться с множителями. Когда мы будем дифференцировать, четверка это исчезнет, и хорошо. Значит, таким образом, вот это бета, это вообще, конечно, четвертая производная вот этой функции по вот этой переменной при это равном нулю, но еще деленная на 6, потому что 6 факториал это 24, 4 мы выделили, а шестерка, она, значит, вот сюда в бета спрятана, то есть бета это четвертая производная, еще деленная на 6. Ну, все-таки, чтобы вы не думали, что я, значит, не написал здесь факториал. Это умышленно, это не по ошибке написано, а так умышленно, ну, чтобы немножко сократить работы потом, позднее. Итак, значит, вот мы исходим из того, что альфа меняет знак при переходе через температуру Кюри, и тогда все должно, так сказать, хорошо, все должно быть нормально. Значит, ну, имея это в виду, значит, давайте мы сейчас найдем, а как именно параметр порядка зависит от температуры при данном давлении. В окрестности перехода, конечно. Значит, ну, мы только что говорили, что параметр порядка должен принимать при данных t и p то значение, которое обеспечивает минимальность химического потенциала. Ну, вот общий принцип. Значит, минимальность потенциала, и давайте мы напишем с точки зрения математической необходимые условия минимальности вот этого выражения. Вы должны написать первую производную, значит, мы должны найти, и очевидно она такая, значит, альфа умноженная на это и плюс бета, умноженная на
это в третьей степени. Значит, требование состоит в том, что производная, первая производная в минимуме, она, естественно, равняется нулю. Минимальность обеспечивается тем, что вторая производная положительна. То есть достаточное условие минимальности, значит, оно заключается в том, что D2μD это дважды. Ну, то есть вот это вот выражение альфа плюс 3 бета это в квадрате, значит, вот эта вот величина должна быть больше нуля. Значит, вот у нас получается так. Значит, требование минимума, ну, требование экстремума. А это необходимое условие, это достаточное, которое обеспечивает именно минимальность. Ну, вот эти наши рассуждения о том, что минимумов 2, они, конечно, здесь должны проявиться. И они проявляются, значит, таким образом. Мы видим, что у нас имеется два решения, естественно. Два решения. Значит, мы можем вынести здесь это за скобку, в которой остается альфа плюс бета это в квадрате. Значит, мы можем так переписать. И у нас есть два решения. Вот одно с нулем. Одно с нулем. А другое, когда это в квадрате равняется минус, значит, альфа делить на бета. Минус альфа делить на бета. Ну, мы уже, значит, договорились, что у нас бета, ну, будем исходить вот из того, что бета положительная величина, да? И тогда там, где это у нас не нулевое, то есть при низких температурах, естественно, альфа должно быть отрицательным. Ну, мы уже об этом говорили, но мы видим, что все одно с другим, так сказать, согласуется. Ну, если альфа отрицательная, бета положительная, то правая часть положительная, ну, для того, чтобы у нас, естественно, здесь был квадрат. Значит, и вот этого уже достаточно для того, чтобы мы могли с вами говорить о том, что параметр порядка определенным образом себя ведет при приближении температуры к температуре перехода. Давайте мы сейчас в окрестности температуры перехода представим альфа, ну, которая зависит, вообще говоря, от Т и от П. Таким образом, значит, это просто возьмем, опять же, исходя из того, что мы, ну, непосредственно где-то в близости температуры перехода находимся, возьмем ну, первый неисчезающий член разложения альфа как функции Т и П в окрестности ТС в реале. Значит, нулевой член разложения равен нулю, потому что альфа обращается в ноль в точке перехода. И первый член в разложении таким образом это, ну, производная, разумеется, альфа под Т при Т равном ТС. И P как параметр присутствует при этом вычислении. Вот давайте мы эту зависимость просто от P обозначим буквой А от P. Ну, а тут тогда, значит, поскольку мы раскладываем ряд, у нас вот стоит D минус TC. D минус TC. Что же касается P, то, значит, это величина, с которой не должно ничего происходить при значит, пересечении вот этой температуры, она должна оставаться положительной. И мы можем просто в качестве бета, зависящего от Т и П, вот в интересующем нас узком температурном интервале взять просто ну, какую-то функцию B от P, только от P. В ней вот в этом бета от Т и П мы просто положим Т равным ТС. То есть вот этот Б от П это фактически бета от П и Т равного ТС. И это величина положительная. Значит, отсюда у нас для этого квадрата, если мы сюда подставим вот значит, это выражение, ну, за счет минусов напишем ТС минус Т, и тогда в результате у нас, ну вот здесь вот я напишу, что это в квадрате получается таким. Значит, мы делим А на Б,
И здесь у нас стоит ТЦ минус Т. Значит, этот минус сюда спрятался. Ну, то есть вот у нас получается вот такой вот уже результат, что параметр порядка определяется формулой квадратной из ТЦ минус Т. Это означает, что критический показатель для параметра порядка равен 1/2. Мы нашли, что критический показатель равен 1/2. Действительно, значит, ну вот мы можем картинку нарисовать. Вот, значит, параметр порядка в зависимости от температуры, ну, при каком-то фиксированном давлении. Значит, если вот здесь у нас есть критическая температура, мы ее как-то отметили, то, ну, из-за того, что, значит, здесь у нас корень, значит, вот такая зависимость с бесконечной производной, корень, ну, корень квадратный, вот мы вот так, значит, изображаем, ну, ТЦ минус Т, поэтому, значит, это как бы корень, только вот он сюда развернут, корень квадратный, вот такая вот, значит, зависимость, ну, это пропорционально корню из ТЦ минус Т. Ну, или, разумеется, это ТЦ минус Т в степени 1/2. И вот поэтому, ну, в связи с тем, что от Т, разумеется, вот этот коэффициент не зависит, он зависит только от П. Значит, поскольку у нас есть амплитуда и есть критический показатель, который равен 1/2. Ну, если, в частности, вот, ну, для намагниченности, если то у нас ведь параметром порядка могла бы быть, в нашем примере, могла бы быть намагниченность. Ну, для нее параметр порядка, значит, буквой бета обозначается. И вот мы приходим к выводу, что критический показатель для такого параметра порядка равен 1/2. То есть получается точно то же самое, что было в теории веса. Потому что, значит, мы в теории веса для намагниченности установили также, что, значит, параметр порядка, вот как раз критический показатель для параметра порядка, который является намагниченностью, есть 1/2. Критический показатель для намагниченности. Или здесь более общий случай, произвольный какой-то параметр порядка, но индекс все равно, значит, 1/2. Давайте посмотрим, значит, на вот. Мы его, правда, ну, в неявном виде мы уже его, так сказать, использовали, но вот выполнено ли вот это вот условие устойчивости, по сути дела, условие минимальности потенциала. В точке перехода, там, где, ну вот это я уберу. Значит, это в квадрате дается вот значит, таким выражением, это минус альфа делить на бета, вот эта величина, значит, альфа плюс 3 бета это в квадрате, значит, она превращается вот во что? Значит, это альфа, и поскольку, значит, у нас плюс 3 бета, и это в квадрате, это минус альфа, деленное на бета. Поскольку, значит, у нас получается так, что вот эта вот величина равняется минус 2 альфа. Минус 2 альфа. Значит, она должна быть больше нуля. Ну и это, значит, означает отсюда, что альфа меньше нуля. Ну, это не наш вывод, это мы уже заранее, так сказать, положили, но мы видим, что все хорошо получается, потому что, значит, действительно, вот это вот требование, чтобы этот минимум был, чтобы этот экстремум был минимумом, это требование как раз будет удовлетворено, если альфа будет меньше нуля. Таким образом, ну, все, так сказать, нормально, все разумно. И вот мы нашли
значит, вот этот вот фактический показатель 1/2. Ну, давайте я очень часто проскакиваю перерыв, ну, из-за того, что тут вот как раз, ну, кажется, еще минут осталось, но давайте сейчас мы маленький перерыв устроим, чтобы, ну, некоторую логическую точность, ну, вот у меня появляется. Сейчас надо обсудить, да, мы действительно имеем дело с переходом второго рода. Мы пока ориентируемся только на то, что у нас есть там какая-то величина, она в одной фазе открывая, в другой она возникает. Формальное определение нашей вещества в том, что первые производные химического потенциала должны быть непрерывны, ну, а вторые должны испытывать скачок, разрыв. Вот давайте мы сейчас поговорим об этом. Значит, если мы, наверное, вот это все я должен убрать, да? А химическому потенциалу сейчас мы придадим тот вид, который он в равновесии имеет. То есть вот в этом общее выражение, давайте мы подставим. Это равное минус альфа делить на бета. Вот еще это в квадрате равное минус альфа делить на бета. Вот это еще тут видно. Я говорю, что в Китае, в Франции, все там называются четвертой коровкой, а коровкой, на самом деле, там говорит коровка. Ну, коровок не видела, но акулы, конечно, не видела. Из акулы. Из акулы. Да. Очень сладенький. И, значит, в таком случае у нас получается так. Ну вот, значит, знаете, я сразу напишу дельта мю. Значит, это мю минус мю нулевое. Это скачок потенциала. Значит, мю нулевое – это потенциал в симметричной фазе, ну а просто мю – это потенциал в общем случае, то есть несимметричный, в общем, несимметричной фазе. Если я сейчас явно сюда подставляю то значение это, которое вот здесь, то значение это, которое отвечает несимметричной фазе, то вот все это мю, да, вот, ну, то, что вот тут вот стоит у меня, значит, это потенциал в несимметричной фазе. Ну и, значит, так как это равняется минус альфа делить, это в квадрате, минус альфа делить на бета, то получается так, значит, минус альфа в квадрате на 2 бета и плюс, значит, у нас бета, вот эта четверка, ну и здесь минус альфа делить на бета надо возвести в квадрат, поэтому будет плюс на самом деле. И, значит, альфа в квадрате делить на бета в квадрате, это вот слагаемое, вот это вот, оно приняло такой вид. И в итоге, значит, у нас получается так, что дельта мю, значит, равняется минус, значит, минус 1/4, вот альфа, минус 1/4, альфа в квадрате делить на бета. Что такое? Объясните, что это значит? Что? Минус. Мю минус мю нулевое, конечно. Вообще ничего не понятно. Вот формула. А там нет, это так равно, значит. Так. Нет. Здесь мю минус мю нулевое. Да это мю минус мю нулевое. Нет. А, вот так? Но минус... Ну, да, мю минус мю нулевое, ну, это мю минус мю нулевое. Ну, да, конечно, я плохо написал. Вот так. То есть, разница между потенциалами в симметричной и несимметричной фазе, ну, при какой-то одной и той же температуре и давлении. Одна фаза, другая фаза. Значит, она дается вот этим вот выражением. Значит, из несимметричной фазы, потенциал несимметричной фазы, минус потенциал фазы симметричной. Вот разница, она дается вот этим вот выражением. Значит, поскольку в точке перехода бета больше нуля альфа обращается в ноль, постольку
значит, дельта ню и t равно tc равняется нулю. То есть потенциал непрерывен. Потенциал в точке перехода непрерывен. Значит, если мы сейчас будем вычислять производную от скачка потенциала, ну, например, вот по давлению. Значит, находим производную от скачка потенциала по давлению при данной температуре, то, конечно, мы можем это написать как скачок от производной потенциала по давлению при данной температуре. Ну, просто потому, что производная от разности — это разность производных. Значит, здесь написано разность производных. Но, значит, мы с вами знаем, что вот это производная — это малярный объем. Ну, производная потенциала гипса моля по давлению — это, конечно, малярный объем. И фактически, значит, здесь записан вот это выражение, это скачок малярного объема. Скачок малярного объема. Мы сравниваем, значит, малярный объем в одной и другой фазе. И вот поскольку, значит, у нас есть вот такое вот выражение для скачка, значит, химпотенциала. Ну, может быть, мне было лучше написать наоборот, да, вот сначала вот это вот, то есть мы ищем скачок малярного объема. Ну, а потом вот это. Ну, в сущности-то не так уж это, наверное, страшно, просто вот сейчас я, конечно, буду смотреть на вот это выражение, на скачок, и его я буду дифференцировать. Значит, дифференцировать, и тогда получается, ну, конечно, таким образом. Значит, ну, минус 1/4 мы можем впереди написать. Значит, дифференцируем дробь. Ну и значит, у нас получается бета в квадрате 2 альфа. Ну, я так для краткости напишу. Альфа штрих по p умноженное на бета, и минус альфа в квадрате на бета штрих по p. Вот получается такое выражение для малярного объема. Для нас важно сейчас то, что... Значит, это написано для произвольных t и p каких-то. Вот альфа и бета — это какие-то функции, значит, t и p. И про них мы знаем твердо, и только это нам сейчас и важно. Значит, это я, чтобы не писать эти скобки, там все вот производная бета по p, частная... Это зависит от t и p, поэтому это частная производная бета по p, вот это стринг, потому что это производная. Значит, для нас сейчас важно только вот что. Значит, мы видим, что, ну, знаменатели, все в порядке, это какая-то определенная конечная величина, а то, что стоит в числителе, вот эти оба слагаемых, они содержат альфа, множители. Оба слагаемых, которые стоят в числителе, множители, выходит альфа. Альфа обращается в ноль при t равном tc. То есть мы видим, что скачок первой производной малярного объема, он равен нулю. Значит, это явно уже не переход первого рода. Переход первого рода, первая производная должна испытывать скачок. Здесь нет этого скачка. Он, вот мы видим, что, значит, этот скачок малярного объема, если мы сравниваем объем моля в одной и в другой фазе, он равен нулю, ну, разумеется, в точке перехода, когда t равняется tc, потому что за счет альфа это все происходит. Если мы сейчас будем вычислять вторую производную, производную малярного объема по давлению, то есть сжимаемость. Если мы будем вычислять сжимаемость, то что получится для нее? Ну,
Значит, надо дифференцировать вот это вот выражение. Для нас важно вот что. Вот если мы сейчас будем с вами скачок производной ДВ по ДП и постоянном Т вычислять, при Т равном ТС, давайте вот только это выражение напишем, то здесь у нас нуля может не быть. Вот за счет чего. Здесь при дифференцировании много будет всяких разных слагаемых, ну потому что это уже вот дробь, числители, два члена стоят, они, тут вот этот из трех стоит, состоит даже произведение, произведение трех каких-то, ну, сомножителей. Значит, но все слагаемые, кроме одного, точки перехода, из-за того, что они пропорциональны будут альфа, они все зануляются. Но у нас будет вот какое слагаемое, значит, в частности, у нас будет ведь вот какая возможность. Вот, значит, когда мы будем дифференцировать, ну, числитель, скажем так, да, у нас здесь появится производная альфа по П. Не само альфа, а производная альфа по П. И то есть у нас будет вот такое слагаемое. Будет еще много, но они все исчезнут из-за того, что в них альфа будут, будет так или иначе не тронуты. Это будем дифференцировать, это будем дифференцировать, здесь вот будем что-то там, значит, вычислять. Но из-за того, что тут альфа квадрат, то в точке перехода все равно все то, что тут мы надифференцируем, оно исчезнет. А вот такое вот слагаемое останется. Есть же у нас, в частности, значит, вот такое вот, такая же производная альфа по П возникает. И здесь возникает квадрат этой производной, ну, поделенный, разумеется, на двойку, если вот это вот мы сократим, и на бета в квадрате. То есть вот скачок этот, он оказывается равным. Значит, альфа p, альфа штрих по p в квадрате, ну, еще минус на самом деле, поделенный на 2 бета в квадрате. Здесь не альфа, здесь стоит производная. И оснований объявить, что это ноль, у нас нет. Ну, можно, конечно, вообще задаться вопросом, не случится ли так, что это ноль. Но во всяком случае, в отличие вот от скачка собственного объема, от сжимаемости, у нас нет никаких оснований утверждать, что скачок равен нулю. То есть получается так, что вторая производная испытывает разрыв. Разница между сжимаемостью в одной и другой фазе, значит, она отличается, это отличие определяется, ну, вот этим вот выражением. Отличие определяется вот этим выражением. Просто бета исправили. Значит, точно так же рассуждая, мы можем прийти к выводу. Видишь, последнее выражение большое. Ведь формально... Вот мы явные выражения никак не использовали. Мы будем дифференцировать скачок потенциала по температуре для того, чтобы найти скачок энтропии. Когда мы потенциал гипса дифференцируем по температуре, мы находим, ну там со знаком минус, мы находим скачок энтропии. Значит, внешне это будет абсолютно то же самое выражение, но только производная будет браться не по P, а по T. Просто это же мы так не конкретно не используем конкретные выражения. Их у нас реально-то и нету, а вот на общем уровне пишем. И, значит, просто здесь будет стоять производная по Т. Если мы вычисляем скачок dμ по dt, а это скачок энтропии, ну, со знаком минус, энтропия там dμ по dt, когда мы берем, это будет энтропия с минусом. И из-за того, что здесь не важно, какие тут стоят производные, важно, что тут вот будет снова альфа. Та же самая логика. В точке перехода, значит, скачок энтропии равен нулю. Значит, а если мы будем вычислять скачок производной энтропии по температуре, то вот для этой производной, значит, dS по dt, у нас будет получаться точно такое же вот выражение, только в нем производная будет браться не по P, а по T. Ну, точно в силу вот опять же тех же самых, значит, причин. То есть мы здесь можем написать альфа T, производная альфа по T в квадрате, ну и, значит, 2 бета в квадрате. Значит, ну это, конечно, вот скачок при T равном
ТЦ. Если мы на ТЦ, ну, здесь в этой формуле у нас Т равняется ТЦ, если мы на ТЦ поделим и помножим, то это будет скачок теплоемкости. Если на Т, ну вот сюда мы вот ТЦ на Т умножим, ну и все поделим, да? Тогда это здесь, вот это выражение, оно будет представлять собой скачок теплоемкости. Поэтому мы можем так сказать, что скачок теплоемкости равняется вот этому вот выражению, умноженному на ТЦ. Ну, я здесь получу, поделив, помножив, я получу скачок теплоемкости, деленный на ТЦ. Ну, тогда скачок теплоемкости у меня будет даваться вот этим выражением. ТЦ умноженное на альфа штрих по Т в квадрате, деленное на 2 бета в квадрате. Значит, опять же, оснований утверждать, что это ноль, у меня нет. Альфа, да, обращается в ноль при Т равном ТЦ, а производная альфа по Т не обязана быть равной нулю. Ну и, наконец, используя значит, уравнение Эренфеста, мы можем с вами написать значит, вот такое выражение для скачка второй смешанной производной, которую можно интерпретировать как коэффициент теплового расширения. Значит, просто уравнение Эренфеста используем, которое у нас раньше уже были выписаны. Ну, давайте я все-таки напишу, что я имею в виду. Значит, dv по dt скачок вот этого теплового расширения. Значит, он у нас был представлен вот таким образом. Это скачок вот этой производной, умноженный на скачок теплоемкости. Ну, при постоянном давлении, конечно, я здесь не написал, но, конечно, имеется в виду, мы же давление рассматриваем как еще одну переменную, это ТЦП, конечно. Удерживается при вычислении производной при температуре постоянным давлением. И, значит, вот у нас была такая общая формула. Вот уравнение Эренфеста, вот они в общем записаны вот таким образом. Поскольку у нас соответствующие скачки найдены, то значит, мы можем сказать, что для второй смешанной производной, которая может рассматриваться как скачок коэффициента теплового расширения, значит, мы для квадрата этого скачка мы получили вот такое выражение. Значит, у нас здесь, ну я так напишу, как вот и только что писал. Значит, производная по t в квадрате и производная по t в квадрате. И это делится на 4 бета в квадрате. Вот, значит, таким образом эти скачки. Ну, раз эти два не равны нулю, то в точке перехода, то, разумеется, и эта смешанная производная тоже, она испытывает размер, она отлично, скачок этот отлично от нуля в точке перехода. Значит, это все, ну, к чему говорилось? Потому что мы сейчас показали, первая производная, сам потенциал и первая производная непрерывны, вторая производная, любая, испытывает скачок. Значит, это воистину переход второго рода в соответствии с определениями, которые были когда-то нами даны. Ну что ж, значит, давайте сейчас перейдем к вопросу о том, а как будет внешнее поле влиять на ну, какой-то внешний, может, при каком-то внешнем воздействии, что с переходом случится. Мы будем считать. Вот здесь для вящей, так сказать, конкретности, что наша система находится во внешнем поле, которое представляет собой поле магнитное. Давайте вот вернемся к случаю магнетика. Это будет более такая внятная ситуация, и будет ясно, почему мы, соответственно, слагаемое в химическом потенциале пишем, ну, так, как вот сейчас я его напишу. Значит, итак, значит, давайте будем считать сейчас, что мы имеем дело с магнетиком, и в качестве параметра порядка выступает на магнитность. Ну а внешнее поле это магнитное поле, которое характеризуется вектором протяженности h. И естественно
последний раз B квадрат. Выражение для энергии, в том числе энергии Гибса, мы должны описать энергию взаимодействия магнитного момента, моля, поля, почему? Покажи, почему? С этим самым внешним магнитным полем. Взяли производную в этой штуке. Да. По B. Потом снова по B еще раз, да? Вот этой штуки взяли только производную. Почему только этой? Моля. Потому что эти все обнулятся. А, ну, напишем ну, так. Значит, здесь получается альфа штрих. Альфа штрих в квадрате. Да, а бета делить на бета квадрат. Нет, так погоди. Ты же когда производную считаешь, что бета тоже от этого зависит. Вот, это сложная функция. Это сначала производная это умножить на вот это. Потом производная это умножить на это. Производная это умножить на это. Последние возлагаемые будут ноль. Останется только альфа штрих. Альфа штрих на бета. И от магничности m. И значит, мы его записываем так. Это μ нулевое от t и p. Коэффициенты те же самые, потому что мы хотим, чтобы при h исчезающем у нас появилась старая формула. Естественно, значит, альфа от t и p на в данном случае уже параметр это на магничность в квадрате. И плюс то же самое бета от Т и П, и здесь четверка на магничность в квадрате, и вот Зейманова слагаемая минус М умноженное на H. Значит, эта энергия, вот появилось поле, ну, поле исчезло, H равно нулю, да, это пропало, и мы вернулись к старому выражению для потенциала. А М четвертый, третий. Что меняется? Четвертый. Да, четвертый, конечно, четвертый. Значит, что изменилось в результате? Как нам, ну, на пальцах, так сказать, почувствовать разницу? Что, готовишь к контролю? Мы можем, ну, вот, и качественно рассуждать, можем уравнение сразу написать. Давайте вот напишем уравнение, опять же, уравнение, которое определяет параметр порядка или на магничность. Вот в этой ситуации. Значит, пишем требование. Значит, производная потенциала по намагничности равна нулю. Значит, условия экстремальности. Ну и, значит, у нас получается альфа М плюс бета М в кубе, и здесь еще минус H. И, значит, это равняется на нулю, производную по М. Хотя бы домашки делаем. Значит, это требование, значит, необходимое. Ну, а достаточность дается тем же самым абсолютным условием. То есть мы должны это продифференцировать, вторую производную найти, D2 мю, под М. Дважды. Ну и, значит, это, конечно, дает альфа плюс 3 бета М в квадрате. Здесь этот член никакой роли уже не играет. Ну и мы хотим, чтобы это было больше нуля. Это мы требуем, чтобы это было больше нуля, для того, чтобы это обеспечило минимальность. Итак, значит, ну что получилось? Вот добавился вот этот вот член. Появилось это вот слагаемое уравнение. И это, конечно, качественно меняет дело вот в каком смысле. Значит, как нам анализировать, так сказать, на пальцах, вот, что это принесло, вот это вот слагаемое. Ну, очевидно, здесь у нас уравнение может быть переписано вот таким вот образом. Значит, мы можем его переписать так. Значит, m в кубе плюс альфа, деленное на бета м. Просто мы поделим на бета все уравнение. Ну и еще h перенесем направо, и тогда у нас здесь будет h, деленное на бета. Вот уравнение, которое определяет зависимость на магниченности от температуры и давления, которое спрятано вот здесь, да, ну и здесь в бета, и от h. Уравнение, которое определяет на магниченность как функцию t, p и h. И поле. Значит, ну, когда h было равно нулю, конечно, это вот наш старый результат. Два ответа 0 и минус альфа делить на бета для квадрата r. Значит, а здесь ситуация, конечно, другая, и она
значит, качественно разная для двух ситуаций. Значит, бета у нас всегда, ну, мы только в окрестности перехода смотрим, вот где-то вблизи от ТЦ больше или меньше, но недалеко. Бета положительная величина, а альфа меняет знак. И поэтому фактически мы должны рисовать для себя две картинки, которые как-то вот изображают левую часть этого нашего уравнения. Значит, если вот здесь левая часть, ну, не знаю, там, левая часть на графике, как функцию m мы хотим нарисовать. Значит, что она собой представляет? Ну, при очень маленьком m, это когда это можно отбросить. Значит, просто сейчас смотрим на левую часть, не важно, что там есть h, на бета. При очень маленьком m это прямая, значит, наклон, который определяется вот этим отношением альфа к бета. И этот наклон либо положительный, если мы находимся при t выше tc, либо отрицательный, потому что при t меньше tc альфа отрицательная, ну, бета всегда положительная. Значит, у нас есть две разные картинки. Вот эта вот картинка, вот когда я так нарисую, значит, поведение левой части вблизи маленького f. Эта картинка отвечает ситуации, когда t больше tc, когда альфа больше 0, ну, бета больше 0 всегда. Ну, а для вот ситуации, когда t меньше tc, соответственно, я должен нарисовать прямую, которая как-то вот так вот наклоняется. А что будет, когда m увеличивается? Вот мы смотрим это как функция. Ну, естественно, вот это слагаемое начинает играть главную роль. Ну, а слагаемое это, как оно называется, кубическая парабола, да, с нулевой производной. Ну, вот она как-то вот так вот, нулевой производной в нуле, а как-то она вот так вот выглядит. Поэтому вот к этому маленькому линейному слагаемому, когда мы туда дальше уходим, добавляется вот эта вот парабола. Вот она и тут она сама по себе так не существует. Она вот какая-то вот такая. Значит, у нас вот для этой ситуации t выше tc получается вот такая вот картинка, да? А здесь картинка должна быть, поскольку она все-таки при очень маленьких-то, она вот так вот себя ведет, значит, картинка должна быть вот такая. Вот, значит, качественная разница между левой частью для температуры выше ТЦ и ниже ТЦ. Она вот такая. Значит, это разница. Почему это для нас важно? Ну, потому что сейчас мы хотим посмотреть, как будет меняться намагниченность при наличии внешнего поля. Вот оно появляется, и, значит, в результате у нас вот возникает такая ситуация, что вот даже когда t больше tc, всегда есть ненулевая намагниченность. Всегда есть ненулевая намагниченность. Значит, ну действительно, ну как мы вот анализируем, так сказать, что за решение для m приносит нам это наше уравнение? Ну, естественно, вот мы нарисовали график левой части, а график правой части – это константа. Ну, эту константу мы должны поставить здесь, выше или ниже, в зависимости от того, большое или нет поле. Но в любом случае, это величина, которая от m не зависит. И я ее могу изобразить вот какой-то прямой, ну, она вот отвечает, эта прямая, вот этому значению h делить на бета. Значит, то m, которое является решением уравнения, определяется, естественно, так. Вот здесь сравниваются левая и правая части, и, ну, чтобы они сравнялись, естественно, вот я провел вот график правой части, вот у него вот такое значение, вот это m, которое отвечает вот этому h, она вот находится таким образом. Конечно, здесь нет никакого количественного соотношения, но видно, что, значит, если поле какое-то, хоть как малое, как сколько угодно малое, от нуля от нуля существует вот здесь, ну, существует от нуля от нуля намагниченность. Ну, совершенно, в общем-то, естественный результат. Таким образом, вот о каком-то там, значит, спонтанном нарушении симметрии, о фазовом переходе второго рода, вот, ну, хотя бы понимая его вот таким образом, мы говорить не можем, потому что наличие поля уже снимает вот эту возможность спонтанного нарушения симметрии. Симметрия поле уже сразу вот, снимает вырождение по направлению.
оно симметрию системы понижает своим присутствием. Какое бы маленькое оно ни было, оно присутствует, симметрия системы понизилась, и вот этого перехода из состояния, значит, с более высокой симметрии в менее симметричное состояние, просто его нет. Конечно, это проявляется и в том, что если мы произведем там всякие эти вычисления производных, то вот соответствующие скачки будут вести себя скорее, как при переходе первого рода, чем при переходе второго рода. Но здесь уже вот чувствуется, что его уже нет. Значит, мы можем, глядя вот на эти две картинки, значит, мы можем качественно нарисовать поведение на магничности в этих обоих случаях. Ну, я пока говорил про этот случай, потому что здесь интересно, ну вот что, даже при температуре, значит, которая выше температуры Кюри, раньше поля не было, была симметричная ситуация, значит, нулевая на магничность. А здесь она не нулевая, даже вот при более высокой температуре. Но у нас есть, конечно, не только этот случай, но и вот этот. Да, ну и вот здесь вот картинку, конечно, можно понимать так. Вот, симметрично совершенно, если я проекции на какое-то направление H располагаю, то понижая поле до ноля, я его могу потом направить в другую сторону. Ну и вот здесь вот, значит, у нас намагниченность соответственно оказывается отрицательной, ну в том смысле, что она развернулась. Поле было туда, она туда смотрела, поле меньше, до нуля, и начало в другую сторону меняться. Ну и намагниченность поворачивается за ней, естественно. И, значит, мы можем сказать, что, значит, сугубо качественно, конечно, но, значит, вот у нас получается вот такая вот картинка. Значит, если мы рисуем намагниченность как функцию поля, ну вот глядя вот сюда, значит, ну из нуля выходит, естественно, намагниченность, мы видим, да? Начинает поле расти, начинает расти намагниченность. Вот это что-то вроде начала Лангелленовой кривой, да, вот здесь вот как-то вот, вот так. Ну, симметрично, если считать, что поле может быть отрицательным, в смысле проекции. Качественная картинка вот такая. Это за случай, когда D больше ТЦ. То есть вот для этой ситуации. Ну, увлекаться здесь, там, вот она у меня как будто уже на насыщение пошла, но это нельзя, конечно, всерьез рисовать, потому что все наши рассуждения все-таки для ситуации Т близи ТЦ, намагниченность небольшая, поэтому, конечно, я не хочу сказать, что это вот прямо Лангелленову кривую можно нарисовать, там нет, конечно, при нулевой, при температуре, выше температуры Кюри. Но у нас есть вот эта вот ситуация еще. Значит, что тут мы видим вот с этой картинкой? Ну, видно, что если поле достаточно большое, то есть мы вот изображаем его линией, ну вот здесь мы ставим это значение h делить на бета, то по-прежнему каждому значению поля отвечает одно значение намагниченности. Ну и опять же видно, что если мы понижаем поле, то намагниченность раньше была такая, а тут она меньше стала. То есть понятно, что, значит, с понижением поля, естественно, намагниченность растет. Но тут возникает вот такая вот интересная, конечно, ситуация, когда мы можем вот достичь некоторого критического значения поля, да, и при его дальнейшем понижении за это критическое значение у нас как бы получается три решения. Три решения. Ну, конечно, это понятно, что это некая ситуация достаточно дикая, в том смысле, что, значит, у нас поле-то здесь все-таки считается положительным, но оно, условно говоря, направо смотрит, да? А вот эти два решения, есть решение на магнитность, которое смотрит в ту же сторону. А вот эти два корня, которые, ну, вот здесь, вот, мелко, конечно, у меня очень... Получается, но вот эти два корня, которые вот здесь вот возникают, они будут уже отвечать практически, которые смотрят в сторону противоположную полю. Это, конечно, достаточно, так сказать, дикая ситуация, но тем не менее, значит, мы говорим, нам это интересно, почему? Потому что тут есть, значит, вот из этих двух решений одно совершенно, так сказать, неустойчиво, а другое можно рассматривать как, значит, состояние нестабильное, а метастабильное. Но все-таки можно говорить о некотором метастабильном состоянии, что, конечно, является признаком фазового перехода первого рода. То есть в
У нас, ну, вот мы понимаем, что по поводу вот этого я уже говорил, значит, это, конечно, не ситуация, тут наличие поля качественно меняет ситуацию, а перехода второго рода мы не говорим. А метастабильное состояние появляется, это признак того, что это переход, если ему хочется, то можно сказать, что это переход первого рода. Потому что метастабильность – это признак существования метастабильного состояния, это признак перехода первого рода. Ну, если вот все-таки, значит, постараться нарисовать, значит, эту нашу картинку, вот как вот аналог для Т меньше ТЦ, как мы его должны нарисовать, что будет аналогично получаться? Значит, вот, значит, Т меньше ТЦ. И вот мы хотим нарисовать, значит, на магничность как функцию наш. Я сейчас просто за неимением времени, значит, просто найду, напишу сейчас. Но вы прекрасно понимаете, как мы можем найти на вот этой вот кривой минимальное значение. Значит, надо еще раз вот это m, вот это вот, значит, еще раз продифференцировать. По температуре, по m приравнять нулю производную, и значит, в результате мы найдем точку, в которой может быть экстремум. Ну, разумеется, получается квадратное уравнение, получается два решения, которые вот этим симметричным максимуму и минимуму отвечают. Ну и эти значения, вот эти два значения, мы можем подставить и можем найти глубину этой ямки и высоту этой горки. Значит, получается вот что. Я просто спешу это, ну, в общем, детские вычисления, но, значит, они дают вот такой результат. Значит, экстремумы эти возникают. Как они это принесли? Ну вот, если мы вот эту вот назовем m, это мы назовем m минус, а вот это вот значение назовем m плюс. Это значение n, ну и вот это вот значение, которое отвечает вот этому нулю. Значит, они вот как легко вычисляются, что минимумы эти вот какие, значит, это, соответственно, плюс и минус корень квадратный из минус альфа, деленное на 3 бета. Значит, ну, это при t меньше tc, поэтому, конечно, значит, альфа отрицательная, бета положительная, в этом смысле все нормально. А сами экстремумы, значит, они могут быть вычислены, и требуя, чтобы поле, деленное на бета, было вот равно как раз этому, ну, вот эту черту мы проводим, это h деленное на бета. Если мы требуем, чтобы это было равно, значит, как раз вот этому значению вот этой вот высоты или этой глубины, то, значит, отсюда получается, что величина вот этого критического поля это 2 трети, и тут альфа по модулю взятая в степени 3 вторых и поделенная на 3 бета в степени 1 вторая. Вот это такое, значит, критическое значение поля. Значит, вот если мы сейчас здесь с вами покажем критическое значение поля, то для нас понятно, что, ну, пока вот мы от больших значений поля понижаем, значит, у нас есть одно решение, и вот намагниченность с уменьшением поля падает. Что происходит, когда мы опускаем поле еще ниже? Значит, у нас получается, ну, момент касания у нас здесь получается значение, момент касания на магничность будет отвечать вот этому самому m плюс. То есть, значит, m плюс это вот эта отрицательная на магничность.
Значит, у нас появляется, вот, причем она лежит, конечно, ближе к нулю, чем вот эта точка. Ну, когда мы проходим, да, вот здесь, по вершине, вот здесь появляется какое-то значение на угличности. Ну, вот оно у меня здесь уже показано. Вот оно. Оно больше, чем m, ну, m, я тут, значит, m плюс это обозначил, поэтому вот где-то меньше, чем вот здесь, я должен поставить вот это вот m плюс. Оно отрицательное, m плюс, но оно отрицательное. Вот здесь стоит m плюс. Значит, момент касания решений два. Вот это вот и вот это вот. Вот это. Когда я поле еще меньше опускаю, у меня уже появляются здесь два решения. Вот это вот расползается, вот эта точка, так сказать, она расползается. Причем, ну как получается? Вот я провел прямую ниже, одна точка, значит, дает нам меньшее значение на угличности, а другая больше. Причем, значит, вот эта вот меньшая, она в конце концов должна приползти в ноль. Значит, качественно получается так. Ну, здесь меньше, здесь больше, и все это идет в ноль, и в результате, конечно, получается вот такая вот картинка. А что происходит здесь? Ну, здесь мы понижаем, и понижается, значит, вот до какого-то значит, значения. Вот так вот выглядит наш график. Вот это качественное, значит, анализ заключается в том, что вот так себя ведет намагниченность. Ну и если мы перейдем сейчас в область отрицательных значений h, просто будем, значит, h считать отрицательным, то картинка, конечно, превращается, она, значит, рисуется для отрицательных значений, она такая симметричная будет. Вот здесь, разумеется, вот так будет получаться. Это вот значение m минус, разумеется. Вот. Значит, вот таким образом. Вот это вот критическое значение поля, вот это минус h критическое. Вот картинка вот такая. Ну, она гладкая, конечно, здесь у меня плохо получилось, но вот она вот такая. Причем просто разумно и все. Значит, почему это, ну, интересно, что мы тут вот видим. Вот, значит, мы видим, что вот в этих областях, вот при значении поля, которое по модулю меньше, чем h критическое, возникают действительно вот такие, ну, неестественные, конечно, решения, когда намагниченность отрицательная при положительном поле, поле положительное, вот здесь у нас 0, значит, отсчета, да, а намагниченность отрицательная. И тут обратная ситуация, когда намагниченность, ну, отрицательная в проекции на направление, она смотрит, условно говоря, налево, а намагниченность положительная, то есть она смотрит направо. Но есть здесь две разные, качественно две разные какие-то вот части, что ли, вот в этой вот кривой такой, которая объединяет вот эти все точки с, ну, неестественным направлением намагниченности. Есть вот область, ну, совершенно, так сказать, нереализуемая, когда, вот я ее так замазал, да, когда росту поля отвечает падение намагниченности. А есть другие, более, так сказать, естественные, что ли, части. Это вот, значит, ну, не знаю, как ее, опять же, еще. Конечно, можно буковки тут поставить, там, скажем, А и H3, там, Б, трих и Б, ну и сказать, что вот этот участок Б0, Б штрих, это совершенно такое, ну, фиктивное состояние, в том смысле, что их наблюдать нельзя, они неустойчивы, и это проявляется в том, что производная вторая химического потенциала, как мы сейчас вот увидим, производная химического потенциала по параметрам порядка оказывается отрицательной. То есть это у потенциала, да, это решение уравнения, производная первая равна нулю, но при этом вторая производная оказывается отрицательной. То есть это экстремум, но этот экстремум максимум.
А вот для этих частей БА и вот это вот, тут у меня тогда, значит, какую мне надо еще какую-то букву ввести, вот, ну, так, значит, это что у меня? Симметрично здесь, ну, БА и, ну да, ничего не надо, вот на самом деле вот этот вот кусочек, вот этот перевод, А, А-штрих, Б-штрих. Вот здесь с производной все нормально, она положительная, и вот это вот как раз те состояния, которые могут наблюдаться. То есть это состояния, в которых наш потенциал имеет минимум. Только этот минимум меньше, чем другой минимум, который отвечает вот этой вот части кривой. И поэтому вот эти состояния, значит, это можно так сказать, что это состояния стабильные, но менее стабильные, чем те, которые представлены вот этими точками кривой. Ну и поэтому вот, значит, на самом деле эти вот совершенно нереализуемые состояния, а эти можно, можно наблюдать, хотя, значит, ну, они менее естественны, конечно, чем вот это поведение, вот, характеризующееся вот этими частями кривой. Значит, еще раз напоминаю вот этот вот важный вопрос, что наличие нижнего поля снимает фазовый переход как переход второго рода. Его, собственно говоря, нет, благодаря вот появившемуся полу. Ну, к сожалению, значит, я сейчас должен был бы вот эти слова, которые я только что произнес, как-то, значит, более подробно аргументировать. Ну, к сожалению, значит, наше время закончилось.